внимание, подписчики моего канала, сейчас я буду показывать вам перепелиные жопки. Вот, поэтому всех нежных и ранимых прошу отойти от экрана. То есть закрывайте видео и проходите мимо. Вот, как отличить самца от самки? Заглядываем ему под хвост. Вот она у нас, перепелиная жопка. И здесь у самцов присутствует такое яичко. Если на него нажать, то появляется пенка. То есть, видите, это самец. Вот, у самочек, извиняюсь, ничего кроме какао и яиц оттуда не может появиться. Сейчас покажу вам самочку. А вот, соответственно, самочка. Яичка у нее нету, имеется в виду мужского полового. И когда мы нажимаем, то есть ничего нету, нету пенки. То есть это значит самочка, вне зависимости от пятна на голове. Вот она у меня помечена синим. А вот. Вот такие дела, вот так вот, когда, грубо говоря, самцы загакали, то есть началось половое созревание, можно одну птичку, самочку от самца отличить, да? Мы любим, когда нас чешут. Хотя у нас стресс, когда берут в руки.